Приветствую всех, дорогие друзья, у микрофона пассажир, и добро пожаловать в передний край. Давненько мы не заходили в данный проект, а он достаточно серьезно развивается, несмотря на то, что это бета-версия. Ввели новую единицу техники, добавили некоторые карты и внесли кое-какие исправления по онлайн-системе, насколько я знаю. Так или иначе, игра развивается, видимо, готовится к релизу в Steam в 2025 году. Насколько хороши эти изменения и сама игра, давайте посмотрим. Погнали! Итак, это у нас новая карта поселок, в большой ее вариации. Преобладает здесь техника, поэтому, соответственно, лучше брать первыми БМП и желательно тигры, и захватывать этими уже автомобилями какие-то ключевые зоны. Очень давно не играл в эту игру, поэтому могу, ребята, не попадать в определенные тайминги, но что поделать. Вот этих ребят мы сразу отводим, очень пригодятся они нам, поскольку я хочу захватить вражескую технику. В игре это предусмотрено. БМП у нас поедет на ключевую точку, это центр. Очень хочу, чтобы она там была одной из первых. Дальше предлагаю взять БТР-82, и он уже пойдет у нас на прикрытие зоны, которую не перекроет у нас БМП-3. Противник уже захватывает свои зоны, ну а мы будем потихонечку захватывать свои. Так, тигр у нас повстречался не с самой хорошей, конечно, техникой. Он ее не переживет. Он ее не переживет, и помочь я ему, к сожалению, ничем не могу. Не ожидал я, что здесь будет противник так быстро. Давай попробуем починиться. Успеем, не успеем, дальше будет видно. Дальше будет видно. Здесь мы эту точку продержим. Тройка у нас где? Починиться нам не дают. Мы успели? Да, мы успели починиться. К сожалению, нашего тигра загрызли. Но это ничего страшного. Ключевые точки за нами. Просто предлагаю взять штурмовой отряд и посадить его сюда. Я не очень хочу отдавать эту точку. Поэтому через эту зону мы и рванем, как говорится. Дальше очень хочу копить лимиты на определенную технику. Продвигаемся потихоньку. Единственное, я переживаю за то, что там у него уже будут танки. И мне будет крайне больно и неприятно. Вот эта точка очень мясная получается. Это самый центр, ближе к респауну противника. Но мне она нужна. Высаживаем ребят на птурах. И очень бы хотелось посадить их в зеленку. Самая хорошая позиция в зеленке. Они нас прикроют. Точку мы захватили. БМП я предлагаю отправить сюда. Работать будем мы по левому флангу. Но и также необходимо будет насытить центр у нас. Без насыщения центра мы не проживем. Очень хочу накопить я опять же на торнадо. Но прекрасно понимаю, что без ребят на местах мы не справимся. Придется что-то с этим... что-то с этим делать. Вот этот тигр у нас стоит. Его бы отозвать, но опять же, с другой стороны, противник по правому флангу не хочет занимать. Тогда давайте мы займем. Благо у нас есть тигр. И кто-то атакует нашу тройку. Там будем,
А кто это так хорошо меня атакует, что я его даже не вижу? Ты посмотри. Есть. Минусанули. И забираем зону. Очень больно сделали. Чиним БМП. Этот фланг надо будет насытить. Обязательно нужно будет его насытить. Здесь, ребята, у нас неплохо. В принципе, взяли точку. Противник по центру не хочет наступать. Он больше наступает у нас по... Получается, правому флангу, да? Или по левому? Я просто не наблюдаю продвижение. Хотя наблюдаю, у них здесь разведчики ходят. Не понимаю, откуда. Откуда по мне дают. Откинем дымы и встанем на починку. Я думаю, успеем. Здесь противник продвигается у нас пехотой, что ли? И пулеметными, да? Молодец. Молодец. Нам нужна поддержка. Хорошо. Нам нужна поддержка. Давай-ка мы тогда, знаешь, что сделаем? Мы ребят посадим куда нужно. Движение в нашем секторе. Работаем оптом и в мелкую розницу. Работаем на машине-то, оно быстрее. Садимся, парни. Еще возьмем один штурмовой отряд, он нам пригодится. И противник решил прожать у нас центр. Не очень я хочу ему это позволить. И вот теперь я в действительности хочу очень насытить центр. У меня там очень все плохо. Ребята, главное, чтобы вы продержались. Высаживаем. Там у них ПТРК, поэтому я особо не имею желания. Все, парни, идем потихонечку. ПТРК мы рассадим, штурмы тоже будут у нас рядом. Расчет АГС. У меня один штурмовой отряд, правда. Нужно будет продвигаться. Дальше противник уже у нас идет как раз. Своей техникой. Спокойно. Спокойно по расчетам. Будем работать двумя 72-ками. И противник у нас еще пожалеет. Туровики отрабатывают. Своих штурмов я очень хочу провести. Главное, что 72-ка не заметила нас. Все, ребята, мне бы желательно, чтобы вы тут как-то засели. И вас сразу не вынесли настолько быстро, насколько можно. Туровик работает, все, неплохо. Пока работает. Здесь очень много пехоты в этой зоне. Может, мне тоже сделать? Слушай, наберу-ка я тоже пехоты и пошлю-ка их вот сюда. У них там ПТРКшник, вот он. Давай-ка мы умнее сделаем. Дымим и уезжаем. Дымим и уезжаем. Идем на точку, нам нужно 72-ки беречь. Я не отдам ему эту зону просто так. Одна 72-ка должна здесь работать. Вдвоем работаем по 72-ке, отлично. Противник жмет техникой у нас. Работает 72-ка, работает. Нужно забирать. Забирать больше техники. А вот и водители пригодятся. Едем, 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 едем. Забираем и уходим. Все, забираем и уходим.
Слушай, он всю технику решил сюда просто переспаунить. Так, мне нужно что-то мелкое, БМП, допустим. Мне очень нужно БМП, и она должна быть уже на месте в ближайшее время. Ребята, ну-ка давай-ка мы пойдем с тобой по краю, в этой зоне мы и так и работаем. У нас здесь зона не прикрыта, это вообще очень плохо. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь вообще. 72-ка у нас живет пока. Точку не должен ему отдать. Я понимаю, что броню атакуют. Здесь у нас что? Ой-о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 й
должны ее отводить. Дымы. Установили, развернули. Еще раз дымим. Установили. Так, еще раз дымим и отходим. Беречь надо технику. Танк. Танк на починку, отмена. Отмена. Здесь ползет, смотри. Ну так и давай-ка. Точку я им не должен отдать. Пускай у меня ребята вот эти вот садятся. И перекрывают эту зону. Очень роялит здесь техника. А вот эти ребята пусть пока бегут. Подвозить я их не буду, лишние лимиты тратить. Здесь у них танки и БМП. Танк он мне не даст починить просто так. Поэтому предлагаю сзади как-то проехать. Две БМП вряд ли этот танк разложит, поэтому... Починка. Надеюсь, я успею. Вот эту зону еще очень хочется перекрыть. Так, не смешите мой танк, но как-то нужно этот танк, слушайте, что-то нужно с ним делать. Ну давайте, ребята, в упор. Не хотят в упор, да? Дымы откидываем. И будем крутить, у него два танка здесь. Крутить буду его. С двух сторон его нужно будет как-то. Ну пытайся. Ты должен забрать его. Ну ты заберешь его уже? Мне очень нужен этот танк. Ладно, все, уходим. Семьдесят двойку починили, давай-ка наших ребят теперь пытаться как-то спасать. Минусанули. Вот это замечательно. А здесь из-за укрытия надо будет работать. У меня лучше позиция, я как раз в ямке вот нахожусь. У меня только башня. Отрабатываем. Эту точку мы пробьем. Я больше чем уверен, да. Пускай ребята работают. Он все пытается к ближней точке к моей здесь прорваться. Этого я ему не позволю. Тут водители забирают мою же БМП. Как он умудрился так быстро это сделать? Ладно, отводим своего водителя. Придется уничтожать свою БМП. Придется уничтожать свою БМП.
Здесь по позиции у нас, в принципе, нормально. Она боеспособна или нет еще? Эх, жаль, пришлось свою же БМП уничтожить. Так, противник накопил на танк. Придется брать расчеты по ЗРК и желательно побольше. Где-то в этом районе. Дальше вот этих ребят тогда мы отпустим, расчеты вот эти пускай будут на месте. Здесь у нас вообще все очень-очень плохо. Если сейчас вот противник пойдет в атаку, то он меня вполне себе зарашит. А он очень этого хочет. Давай-ка мы этих ребят теперь засаживаем сюда. Давайте, чисто на пулеметах будем работать. Ох, надеюсь, я все правильно делаю. Времени не так... Времени не так много. Вот эти ребята же в этом районе хорошо у нас отработают. Можно их вообще положить, пускай они работают. Ну и доедем, а может не доедем. Кто-то по нам отрабатываем. Останавливаемся. И чинимся. Вроде бы безопасно. Давайте, парни. ЗРК будут прямо на поле прикрывать нас. 72-ка у нас еще, в принципе, в нормальном состоянии. Но по ней, слушай, попадают. Где-то там ПЗРК сидит. Это очень плохо. Сразу здесь в поле высаживаем ребят. Машину отпускаем. Вот эту 72-ку надо отводить. 50-ка по ней работает. Три минуты до конца. Нам просто необходимо, слушай, продержать эту точку и захватить ее. Ну, наши пулеметчики будут по 50-ке работать. Но это такое себе. Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте. Мне очень нужна эта точка. Все, забираем, ставим на починку. ПЗРК, отрабатываем. Давайте, 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 ребята. Все. Ребята работают у нас на ПЗРК дальше. Из техники у меня практически уже ни на чего... Ни на что не хватит. Но у меня осталось опять же БМП. Это приятно. Что по танковому экипажу? Не дали нам починиться до конца, да? Ну, хотя, в принципе... Мы еще боеспособны более-менее, наверное. Нет, мы не боеспособны. Давай, 72-ка пусть у нас здесь остается. Починиться я уже не смогу. И мне нужен водитель. Ребята починили 72-ку, но я не могу ее назад просто отводить. Работаем на БМП. Если я ее оттуда отведу, то противник может точку забрать. А он как раз пытается зарашить у нас центр. А вот у меня 72-ка под обстрелом. Давайте-ка мы лучше сделаем. Мы сейчас вот сюда вот БМП отведем. 72-ка хорошо отрабатывает, у нее нормально здесь все.
Ты посмотри, это новые юниты, по-моему, если я не ошибаюсь. Уходим. Уходим на дымах. На дымах сразу. Так вот, кто по нашим отрабатывал, слушай. Все, уходим, 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 уходим. Все, ничего страшного. Так как же ты по дымам-то попал, а? И это победа. Убита вражеской пехоты 115, уничтожена вражеской техники 28 и потеряно человек 42. Потеряно техники 9. Ну, не самый хороший результат. По идее, нужно было накопить лимиты, скорее всего, либо на торнадо, либо на К-52. Но это крайне захватывающая и интересная игра. На этом, пожалуй, мы закончим с передним краем. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. По количеству лайков я узнаю, будем ли мы продолжать играть в столь великолепную игру. Ну, а у микрофона был пассажир. Увидимся.